И всем привет, это канал Физиксы, и мы продолжаем играть в Ultimate Custom Night. И все-таки я понял, как работают вот эти наши ребята. Чика нужно менять музыку, чтобы она не пришла к нам. Фредди просто приходит, надо от него защищаться дверью. Бонни просто ломает камеры, а Фокси на нас должен постепенно нападать и попасть в наш, как его там, комнату, короче. Вот. И сегодня мы попробуем, значит, пройти челленджи. Давайте начнем с первого. И все-таки я понял, как каждый работает. Значит, вот эти приходят сбоку, если их глаза видно, значит, можно закрывать дверь. Фреддик, ну, мы уже знаем, как работает. Вот этот, от него надо просто, типа, ну, так относиться. Главное, не смотреть на него долго. Этого надо отпугивать Зет, ну, то есть это фонарик, вот. Спасибо за то, что подсказал. Отпугиваем фонариком, но он ничего не делает, он просто пугает и все портит. Этого надо, короче, что-то отпугивать. А, что-то надо находить его, короче, и тоже отпугивать. Этот, короче, будет у нас просить деньги, но мы можем ему отдать деньги, а можем ему не отдать, просто сделать очень горячо, и тогда он успокоится. Или ты... Вот ты, вроде. Это ты забираешь у нас денежки. Вот, фаскоинсы, да. А он... Значит, проходит через Dux System, делает так, и... Так, он через Dux System проникает к нам, а он, значит... Так, а мы должны услышим звук, и тогда он... Надо ему, короче, он будет через вентиляцию... проходить. Ну и Лефти, он приходит, так, он тоже издает когда звук, когда шумит, и когда он ага, он связан с музыкальной шкатулкой, то есть ему нужно, чтобы глобальная музыкальная шкатулка работала. Что, с марионеткой похоже, что ли? Ладно, думаю, мы справимся. Окей. Это мы вроде как помним. Надеюсь, ничего у нас проблем не будет. Только я забыл, на какую кнопку вырубается вентилятор. На X. Нет, на X это все выключить. Я забыл, как вырубать вентилятор. Ух ты ж, ёб твою мать. Пошёл нахер отсюда. Уже прибыла. Смотри. Чё творит, гад такой. Как выключить вентилятор? Чё, я забыл. Да уйди. Я не знаю, на камеру нам нужно смотреть или нет. Блядь! Пидрила! А ты откуда взялся? Черт. Меня отвлекла вот эта дура такая, которая что-то там делает, мешает. Ладно. Так, окей. А вот только как вентилятор включать-то? Что у нас, он жжет зарядку? А это что у нас? Ладно. Это вентилятор, как выключить тебя? Черт. Как-то же его можно было выключить на какую-то букву. Ух, ё-моё. Он будет зарядку нажрать, этот вентилятор. Чё такое? Блять!
А вот этого я не знаю, что это надо было. Он как-то прибыл. Вроде надо было как раз и закрыть вентиляцию, но я закрыл. Я услышал его звук. Блин, так и знал, что сейчас кто-то нападет. Вот как знал, а? Так, походу, я не до конца понял, как он работает. Ну да, он через вентиляцию. Закрой вентиляцию до того, когда он прибудет сюда. Ну? А вентилятор до сих пор я не знаю, как включать. Он как-то можно его выключить. Может, тут рядом есть кнопка? Ну, его можно как-то выключить, ну, боже мой, ну, я помню. Уйди. Черт возьми. Это не надо. Это передняя вентиляция. Черт. Блин, а. Пробел, ну конечно, ну боже мой, что за кнопка? Закрыли, ушел. С двух сторон-то не надо. Опа, уйди, все, ушел. Так, вы оба тоже ушли. Так, сколько я накопил? 4, не хватает. Черт, где еще есть? Черт, уйди. Да. Вентилятор. Давай 60. Все, вентилятор не придется включать. Уйди. Так, это не то. Так, ладно. Фух. Мы как-то выжили еще. Блять! Это он смеялся! Ктина! Я забыл, как он работает. Черт. Ну, вентиляция, точно, вентиляция. Он же через вентиляцию проходит. Вроде нам как-то пока. А, нам же. Там же вентиляционная система, короче, нужно следить за ним. Ага, ну да. В принципе, да. Уйди. Так, вентилятор пока выключим. Так, можешь монетки пособирать. Так, ладно. О, монетки, неплохо. Теперь загружаем, тебя убираем. Так, этих нету. Опа, кыш отсюда. Все. Он вроде тоже не убивает, он только пугает. Вот этот мелкий. Хелпи. Ой, горячо. Опа. Вроде. Все. Так. Он идет сюда. Через переднюю. Закрыли. Или мы не так должны закрывать? Стоп. А, получилось. Все, я смог. Отлично. Так, пошел нахер. Так, этот ушел. Отлично. Так. Перезагружаем. Он пока что далеко. Ой, не то нажал. Извините. Окей. Живем пока. Посмотреть вентиляцию. Все пока нормально. Так, перезагружаем. Так, это робот просто. Вентиляция идет постепенно. Следить надо за ним. Да ё-моё, чё я все путаю, а?
А, да, закрыть надо. Фу-фу-фу-фу-фу, закрыли. Все отлично. Спереди. Отлично. А, это было закрыто. Все отлично. Все, получилось, отлично. Так, мышка, не мешай мне, успокойся, все. Так, живем, живем, живем. Так, ты пошел нахер. Фух. Чар, what can I do for you? Блин, а. Давай пауэр. Я слишком долго удерживал. Черт. Так, все нормально. Или все плохо? Надо было отключать вентилятор, я забыл про него совсем. Так. Идет. Черт. Есть, отлично. Уйди. Уйди. И уйди. Ё-моё. Прям сейчас жестко было. Давай еще зарядки. Ой-ой-ой. Уйди, уйди, уйди. О, нет. Что сейчас будет? Я выживу. А, ну тебя пофиг, ладно. Ты просто пугаешь. Пожалуйста, пожалуйста, давай, 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 давай. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Ха! Соснули! Соснули! Ха! Да. Фух. Получилось. Да. Это было жестко, это было что-то с чем-то. Но мы справились. Фух. Звездочка даже получили. Класс. Уже хорошо. Burst Attack, вторая часть. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Да-да-да. Это будет жопа. Так. Он проходит... Вот что за дух систем? Используя аудио люр. Я не знаю, что это такое. Какой-то аудио... Нет, у меня аудио люров никаких нету вроде. Я не знаю. Вот... Надо про него прочитать, что вот мне кажется, он будет мне мешать очень сильно, потому что... Так. А он... Он далеко находится от музыкальной шкатулки. А, когда он далеко от музыкальной шкатулки... Ну, музыкальная глобальная шкатулка может успокоить его. Поэтому надо включать ее иногда. Но только как я пойму, где он находится вообще, я не знаю. Ну, придется пользоваться этой музыкальной шкатулкой. А он что-то там-то играет в какую-то игру, и нужно ему помогать. Если ты не поможешь, то гейм овер, и он скоро на тебя нападет. Вроде спастись от него нельзя никак. А эти вот у него мишки приходят. Используй флешлайт, и тогда... Ну тогда нам может... А, ну то есть флешлайтом отпугиваем вот этих, которые приходят, мелких гадов. Я не знаю, как справляться у нас с вот этим чуваком и вот этим чуваком. Не совсем понял. Но вроде как музыкальную шкатулку нужно глобальную использовать. Может... Calm him down. Успокоить его, да. Он проходит через Duct System. Проходит через него полностью так. Используй аудиолюр. Какой-то аудиолюр нужно использовать. Ну ладно, попробуем, ладно, так уж и быть. Просто я не до конца понял вот этих двоих. И разбираться как-то с ними не хочется пока что. Да блин, ты достал. Дукт систем.
Уйди. Какая-то опасность там. Да блять. Сука. Ладно. Так, ты уходи. Вас мы двоих отпугнули. Черт. Нет! Ой, ты еще, боже мой! Ты еще зачем пришел? Я уже. Надо было тебя искать. Блин, да это сложно. Я про него-то вообще забыл. А что это там? Какая-то маска, что ли? Торчит. Вот он играет. Уходи. Да он проиграл опять! Когда ты успел проиграть? Да ты... Почему ты проиграл? Достал. Батарейку, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Как играть в эту игру, вот эту его? Так, на 8-й камере, да? Блять! Пидрила. Я не знаю, как ему помогать. Так, чё я открыто держу дверь? Все нормально. Уходи. Сука, он опять проиграл. Блять! Ах! У меня нету 5 коинов. На. Но я знал, что он придет. Почему? Как играть в его игру вот эту долбаную? Ай. Там никого нету. Да вы чё, охерели, а? Да ты-то тут при чём, а? Вы чё, офигели одновременно нападать? А я могу использовать фонарик ну, то есть, смотря на камеры? Вроде как могу. Да, охерена. Пидрила. Ушел. Да блять! Да блять! Сука! Как ты проиграл? Как играть в его игру? Там что-то. Там какой-то чувак, типа, тоже аниматроник. Он с ним, типа, играет в эту игру какую-то долбанную. Ему нужно помогать в этой игре. Service Room играет. Вот, Five Nights with Mr. Hugs, вот. Он с. На большой, вот, Screen TV. Про эти камеры, той Фред Мун, и когда вы уверены, что... Там двери нужно закрывать? Подожди-ка. Типа в этой игре нужно закрывать двери? Сейчас проверим. Ё-моё. Чёрт возьми. Уйди. Ну ты надоел мне!
fat plastic fingers and can't press the buttons. Как ему помогать играть? Я не понимаю. Что-то подожди. Я теперь научился там закрывать двери. Какого-то хрена. Но я не понял, как его в игру играть. А! Вот с этим нужно сражаться! Пылесосом долбаным. Вот кто это такой. Так, пока это выключим. Ну все, он тут не пройдет. Пока все нормально. Don't you hate getting killed by obscure secondary characters? Ты как проник через дукт? Он как-то проник через дукт систему, отлично просто. Подожди, галочка это что значит? Это значит открыто или закрыто? Может надо было... Походу значит закрыто. Уйди, я сказал. Блять! Педрива долбаная! Блин, это капец сложно. Офигеть. Ладно, может еще раз там 1-2 раза сыграем, да и все. А то что-то как-то ну вообще невозможно. Так, это закрываем. Уйди, 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 уйди. Все, отлично. Так. Нет! Ушел. Отлично. Так, у тебя пока все нормально. Блять! Уйди. Блять, у меня нету, стой, подожди. У меня нету! А, блядь! Опять?! У меня нету! У меня нету столько! Нет! Не успел заплатить ему. Ну вот как так? Вот объясните, вот что это, а? Долбаны еще монетки искать. Ну там, конечно, можно кипяток сделать ему, но... Стоп. А мы еще и с мангал играем! А, фух, ё-моё. Это я случайно, что ли, включил? Нет, мы без манго играем, фух. Вы чё меня пугаете? Еще с манго играть, ага. Тут так полно всяких тварей. Ну это сложно. Это сложно. Ладно, последний раз и все. Не получится, так не получится. Так.
Так. Ну зачем? Ой, кипяток, ё-моё. Уйди. Балора? Ты добавила Балору сюда? Ах ты какая же скотина. Я не умею Балорой пользоваться. Так, где Балора? Ну, добавила Балору, а. А, вот чё... Из-за чего меняется? Она добавляет Балору, ё-моё, эту долбанную вот это... Это... I was shooting! Она... Слушай, в холле... The approach state door. Перед ней надо дверь закрывать, что ли? Я-то всех-то еще не помню, я еще всех не выучил. Чёрт. Я вот этих-то выучил еле-еле. Блин, придется мне тут всех учить, походу. Как, что, каждый делать, потому что вот эта бабеха может прийти в любое время и добавить какого-нибудь случайного аниматроника, который я не знаю, как действует. Поэтому давайте пока что оставим это дело. Но зато мы прошли первую атаку мишек. Это уже хорошо. Хоть это было... Ну, это достаточно было несложно. Просто надо было выучить всех и все. Фух. Так что давайте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я буду учить всех пока что. Если что, пишите в комментариях, как то каждый действует. Я буду обязательно читать. Все. Всем пока.